Ой, кстати, Белый Благат, по-моему, пока не считается одиночным пикетом. Точнее, основанием для сдержания. Да, мне просто... С какой стати просить? Здесь тротуар. Вот проходите, полковник, мы вам Не надо прогонять людей. Здесь работа граждан, но можно проходить. Отлично, вы не толкаетесь, вы ведете себя, извините, полковник, как быдло. Проходим, не надо. Вы ведете себя, как быдло, вы толкаетесь. Вы меня оскорбили, уважаемый господин. Я буду писать на вас заявление. Отлично, пишите. Товарищ полковник, прошу прощения. Это мнение гражданина. Он вас нет. А мнение вы... Полковник, не задерживайте. С какой стати здесь? Да просто здесь люди должны ходить. Почему? 000028. Позор, Другородск, который в ТТЭКС, так говорили, позор. Позор! Пиши, пройди, пожалуйста. Кстати, что интересно, я себя правильно понимаю, в автозаке ты уже в автозаке, там, по-моему, можно кричать, показывать плакаты. Я еще раз говорю, вам нечего хвататься на руки, никто на вас не нападает. Не надо. Не надо. Зайдите, пожалуйста. Здесь плохого граждана мешаете. Вы так заходите. Один граждан, покажите. Покажите мне одного гражданина, которому я мешаю. А него. 010654. Сержант. Вы отойдите, не я. Я могу... Скандирует. Да вы не очень старайтесь этим служить-то. Проходим, не задерживаемся за ногами по тротуару. Уменьшайте проходы других граждан. Ноль один ноль шесть восемь два. Этот конкретный полицейский в этом конкретном случае был прав. Я стоял на проезжей части. Ну и что? И то? Я объясняю, популярно. Любая акция обязательно дорожного движения сейчас. Полицейский был прав. Ваше дело. Вот этот полицейский в этом случае был прав. Остальные все, конечно. Сейчас он опять будет нарушать закон, но сейчас он прав. Я еще раз повторяю. Старший сержант, вы прекрасно понимаете, что люди здесь собрались для того, чтобы задержаться здесь. А вы стоите на проезжей части. Уйдите с проезжей части. Вы мешаете проезду транспорта и подъезду. Проходим, не задержать, уважаемые граждане по тротуару. Мешаете проходить другие граждане. Отойдите, пожалуйста, уважаемые граждане. Откуда? Я стою на тротуаре, полковник. Здесь пешеходная зона. Вы хотите меня прогнать с пешеходной зоны? Я хочу, чтобы вы освободили дорогу, чтобы другие граждане могли нормально проходить. Полковник, ваши сотрудники стоят на проезжей части, мешают проезду транспорта. Не надо кричать. Мы стоим на тротуаре. Тротуар является пешеходной зоной. Освободите, пожалуйста, так, чтобы... Еще раз, полковник, если вам непонятно, если у вас не тот уровень интеллекта, это пешеходная зона. Она предназначена... Жень! Проходы граждан. Осторожно, мне надо слово. Дайте пройти. Это вы про кого будете? Я же вам говорю.
Какие у нас смелые, какие у нас смелые стандартные оккупационные армии, уже отказываются от армии. Назад, пожалуйста. Полковник, вы ведете себя как трус. Разрешите пройти. Людей пустите. Незаконно арестовали. Зовут вас как? Полковник. Вас как зовут? Ну тогда ведите себя как воспитанный человек. Депутатами так. За что? За несогласованную акцию. За несогласованную акцию. Ну вот Дергачева! Стоп! Снял задержание Дергачева, день прошел не зря. Дергачев! А он взял билет в автозак? Взял. Точно? Все на свободу собрания, пацаны. Нет, без Путина! Вадим, скажи потом, какой ОВД? Это Пономарев. Вадим, слушайте меня внимательно. Илья, протокол обязательно подписывай. Обязательно, потому что без вас подпишут, как будто вы отказались. Только обязательно там укажите реальную, что произошло, и свидетелей. Уважаемый Вадим, и задержат уже раз 10. Я не стою в моей памяти только. Он знает, что делать. Не надо придумывать. Служебную. Ладно, ребят, давайте, отсеку это ваше.